Да не влезет сюда, 606, нихера себе. Хорош. Стой. Все, хорош. Подожди. Да я же не сфотографировался. Нихера себе. Все. Подожди, хоть покатай на новом моторе, елки. Покатай хоть на новом моторе. Валера, а что за руль у тебя, кто погрыз? Все? У тебя что, тоже бультерьер? Кто руль погрыз, он выгрыз середину? Датчики у него. Да не, ну это... А подожди, а карабас остался тот же? Коробка автомат. Та же? 124. 124. Ну, с пакетом дополнительных ключей. Есть такая, да? Да. Так а что, ты влюбал в 124-ю коробку, пакет влазит еще. Тут лайт, понял? Давайте пока глянем на это монстра бездорожья. Не, ну тут... Конечно... По-взрослому все. Просто, да. Ну, конечно, такой мастяра. Тут крестовины. Амортизаторы какие-то за миллион. Что тут внутри? Внутри вроде за хлебом можно ездить. 42-й триподор. Не, ну круто, ничего не скажешь, конечно. Суппортеры сзади каких-то размеров, впереди у многих, почти у всех меньше. Смотрите, какая скорость. Просто как на самолете. Да, 606 мотор, коробка Mercedes. Это правильное для оффроуда решение. Сейчас мы его посмотрим на более сложных спецучастках. Тут газик поехал без блокировок. Там москвич. Там москвич на сложном дальше спецучастке. Там, кстати, надо идти за москвичом. Он там бывает, показывает экшен. Ну, идет хорошо. Тут 57-й мотор в этом газике, я уже говорил, кто не слышал. Ого, у него по своей траектории, как Рубикон пошел. Рубикон так шел на 42-х по этой траектории. А что там судья выбежал на... Маршал вышел на трассу. Следит за ними, да? Спасибо, попробуем. Я тебя слышу. Что не там на вес поехали? Сейчас пилот пошел смотреть сложную траекторию. Звездная Нива. Самым красивым звуком она была, не знаю, как сейчас. Сейчас узнаем. Мы стакаты после этого. Смотри, как едет. Подожди. Просто подтолкнуть надо было и все. О, куда он поехал? Правильно, да? А, выставится, да? Так это 300 баллов. 300 баллов? Да. Да, конечно. Можно было прямо он поехать. Просто Нива. Прямо там. Да, конечно. Для этой Нивы, да. Уже чуть катнули ее. Сейчас посмотришь, как другие едут. Он на победу идет реально. Я быстрее тут никого не видел. Молодец вообще. Просто лучше. Наверное, лучшее время. Макс, лучшее время? Да, лучшее. Лучшее время, да? Нет, самый тяжелый участник сегодняшних соревнований. Димон, глянь, Шевроле Нива едет. Как это вообще возможно? Стоки. Но это не самый тяжелый. Вот самый тяжелый участник. А, через бугор пойдет, наверное. Затирают колесики немножко. Красиво.
подвисает. Что-то исполняет, сам в шоке, наверное, там. Там равняет местность. Штурман показывает, что проблемы у него за головой. Колышек назад. Колышек чуть не сломал. Ну, он хоть начал слышать штурмана, раньше он вообще никого не слышал. Не сломал. Ух ты, ёбканый бабай. Это жесть вообще, это жесть просто. Все, теперь ланосы могут ехать. После этого... Кто-то выпил, да. Красавчик, вообще просто молодец. А что у него за мотор, Андрюха? 2,8? 2,8 обычный патрол почти. На блокировках, конечно. Теперь претендент на лучшее время. Это очень, кстати, быстрый штурман. Очень быстрый штурман. Сейчас будем смотреть. Писаться не удалось. Клиренса повис. Обидно. Это Гранд Чероки, точнее то, что от него осталось. Мало что осталось. Двери, наверное. Как на постамент заехал. Москвич. Ну, тут уже, конечно, прокатали. Первым было очень сложно. Сейчас уже едут как по лайту все. Быстро зацепились. Экипаж серьезный. Какие-то считанные секунды. Камеру я не выключал, то есть. Да, 606 мотор. И короба 124-го Мерседеса. Автомат. Макс, отходи. Да, хорошо. Чтобы не залезть на пузо. Добро, булки. Так, начинается и заканчивается. Время все равно немножко долго, но молодец. Нива, конечно, удивила вообще. Андрюха. Сцепление. Не, что-то не включил просто. Решили
по сложной траектории. Кузов не сел. Фокуса нет. Аккуратно. Да, жаловался Андрюха, что сцепления не хватает. Подвески отличные. Блин, ну трубу нельзя было на другую сторону приварить. Да? Что за дела? О, пружины впереди какие шикарные. Да, поработал Андрюха на машине. Быстрее Валеры. Красавцы. Игоречек. Игоречек на очень сложном спецучастке. Я по трассе пошел, блин. На встречу к нему. Ну, этот спецучасток тоже прокатали немножко, но все равно он сложный. Лёха, ну давай. Плохо исполняет. Плохо исполняет. Прокатали, блин. Пошел. Да. Нормально. Мост тут усилен просто. Наварено. Шушиги почти по размерам. Основной претендент на победу. Не знаю, как назвать. Мерседеса Гранд Чероки. Ну или что-то такое. Побежали. Тут начало. В принципе, несложное. Один из недостатков — колесная база. Валера, не спеша, еще два, еще сегодня полдня и завтра целый день. То есть хватает. Сложное место. Ждал я этого момента. Давай, давай, нормально идет. Валера, давай. Какой он осторожный стал. Был пожестче.
поменял траекторию. И не то уже. Блин, тут, конечно, оффроуд у меня. На время, ну в смысле на время, но спокойно очень идет. Часы впереди, попробую показать вам. Ну, тут сейчас должен пройти красиво вот эту часть. Тём, сними тут, сними. Сними. Очень скользко уже стало, я почти падаю. Просто не нагружая машину. Вова на драконе, сегодня он без Нивы. Не попал пока в кадр первый спецучасток. Сейчас покажем. Интересно будет. О, не спеша начинает. Это не Нива. Свеса, смотрите, нет. Впереди радиатор убран. Лежа радиатор лежит, как в Ниве делают. Уже облегчил максимально. Все, все снято. На рессорах. Колесо висит. Молодец. Аккуратненько, чтобы ничего не сломать. История интересна. Ну, куда он поехал? Вова, это не Нива, Вова, тут сложно. Уже был бы на финише, я бы не сделал. Так куда, уже и покушать бы успел. Блин, а землей что бросаться? Что-то он куда-то клонится на нас. Ох, артикуляция. А держит там. Подравняться надо. Молодец. Пошел. Пошел. Да. Тут большой, но машина другая.
просто, но не просто. Все время диагоналки. Блокировка. Ух ты, как идет, как идет. Не хватает хода подвески. Как заметно сразу. Смотрите, что исполняет. Вправо, вправо, руль назад, вправо, назад. Все, все, поехал. Поехал. Поехал, подсказал я правильно. Что-то затроило, но хватило. Молодец, ну не просто, но... Ну прошел хорошо. Что тут сложное, блин? Лайт? Руслан, я тебе нашел огурец, надо пошу. Спасибо. Огурец, говорит, не нашел. А бля, он же выглядит как огурец. Смотри, 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 финиш. Бля, вот да, эта херня шестой, даже есть. 606, конечно. Для оффроуда лучший мотор. А ты огурцы снимай, ё-моё. Бля, какой огурец. Бля, даже. Ну что, рыбки зонтик. Да нет, а девчонки, если сюда приедут, они столько себя найти смогут. Да подожди, сиденья хоть. Покажу. Тут все да, продумано да. До мелочей. Раздатка да, осталась да, грандовская. Раздатка, сказали, та же осталась, да? 42-я или 47-я? Атлас. А, Атлас. На этом сложнейшем. А, по траектории Рубикона пошли. Смотрите, валят, валят, валят. Бампером стряли в землю только что. Блокировки есть? Есть, да. Сзади точно есть. А сзади тоже что-то есть. Вова смотрит задумчиво на Ниву. Вова, тоже Ниву хочешь? Вова? Тоже хочешь Ниву, да? Жесткие вообще. Вообще что-то нереальное просто. Надо пойти на него посмотреть ближе. Так, а что там внутри? Что внутри? А? Что внутри? Вот тут нема ни хуя. Не, сзади блокировка я видел есть. А спереди что? Ничего. А посередине? Тоже ничего. А мотор? Стандарт. Ну, трошки там. 1,9? 1,7. 1,7 инжектор? Да. Да вообще. Сколько участников проехало? Много, да? 24. 24? Ну и заглох. Прикольно. Как кончилась солярка? Как кончилась солярка? Прикольно. Ел, я только камеру включил, пацаны. Ну вы шо, блин? Кончилась солярка, говорит. Что, правда кончилась? Не знаю. Может, да? А что, маленький бак, да? Да, кончилось. Толкнули назад.